Добрый вечер. В эфире итоговый выпуск «Вести», Карачаево-Черкесия. Сегодня день траура в Дагестане. Накануне вечером в Дербенте и Махачкале неизвестные лица совершили нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Есть погибшие. От имени жителей Карачаево-Черкесии и от себя лично глава республики Рашид Тимрезов обратился к народу Дагестана, главе республики Сергею Меликову со словами поддержки и солидарности. Выразил соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления раненым. Что же касается тех, кто попытался дестабилизировать общественную ситуацию в Дагестане и совершил жестокие преступления, уверен, каждый из них понесет суровое наказание согласно букве закона, отметил глава Рашид Тимрезов. Также Рашид Тимрезов выразил соболезнования губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву и родным и близким погибших и пострадавших при атаке на Севастополь. Произошло очередное кровавое преступление киевского режима. Преднамеренный удар по мирным людям в Севастополе. В результате обстрела города ранения и травмы получили 124 человека, в том числе 27 детей. Трое из пяти погибших – дети. От имени жителей Карачаево-Черкесии приношу соболезнования губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву, родным и близким погибших. Всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Мы готовы оказать любую необходимую помощь, отметил глава Карачаево-Черкесии. 22 июня по всей стране прошел День памяти и скорби в Черкесске. На Аллее Героев состоялось возложение цветов и венков к мемориалу Вечной Славы и Вечному Огню. День памяти и уважения мужеству и самоотверженному подвигу участников Великой Отечественной войны отдали глава Карачаево-Черкесии, представители министерств и ведомств, общественных организаций республики. Церемония возложения сопровождалась праздничными залпами, которые произвели сотрудники Пограничного управления России по Карачаево-Черкесии. Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Хамит Абулович Канаматов. Ему было 102 года. Хамит Абулович был человеком с активной жизненной и гражданской позицией. Сегодня фронтовика проводили в последний путь. В церемонии прощания принял участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов, который отметил, что уход фронтовика Хамита Канаматова – это невосполнимая потеря не только для его семьи, но и для всей нашей республики. О жизни истинного патриота Родины Мадина Каракетова. Он прожил долгую и прекрасную жизнь, хотя жизни много не бывает. Двери дома живой легенды ветерана Великой Отечественной войны Хамита Канаматова всегда были открыты. Вот и в день похорон его дом полон скорбящих о его уходе. Сегодня мы такую легендарную личность провожаем. Много он нам рассказывал, когда приходили к нему. Абулович очень грамотный, с острым умом, как говорится, вот... Он до мельчайших подробностей все помнил, свою автобиографию, особенно военную, где он находился, как он воевал. Вот, очень много интересных фактов из своей жизни, которые нас удивляло, мы гордились этим. Хамит Абулович Канаматов очень любил жизнь, людей, свою малую родину и страну. Эта любовь в свое время и стала решающим фактором при решении идти в самое пекло, когда была объявлена Великая Отечественная война. Подделав документы, из которых следовало, что Хамиту вовсе не 17 лет, а целых 19, он явился в военкомат. После 10 месяцев обучения был направлен в Калининский фронт, в 357-ю дивизию связистом. В каких только передрягах не побывал Хамит Абулович в войну, но молодость, не знавшая страха, гнала его вперед, покрывая славой. Был обычным связистом, потом и командовал ротой в составе войск связи Калининского и 1-го Прибалтийского фронтов, воевал на 3-м Белорусском фронте. Бывал ранен и даже контужен, но ни разу не покинул поле боя. Он мог часами рассказывать о мужестве и героизме, о преданности родине, о самых сильных чувствах, долге и чести, о подвигах советских солдат. Позже в многочисленных интервью он будет называть себя карачаевцем-корейцем, поскольку когда карачаевский народ, представителем которого он является, стали выселять с родных мест, а солдат отзывать с фронта, ему, чтобы остаться, пришлось называться представителем другого народа. Карачаевец-корейец. Чтобы я продолжал воевать с фашистами, мой командир меня сделал корейцем, приставил к награде, потому что мой народ безвинный был выслан в Третью Азию. И вот в этой под двоим колпаком я достойно
прошел всю войну. Победу Хамитабулович Канаматов встретил в Кенигсберге. Завершил войну в составе 357-й дивизии в звании капитана. Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 2 орденами Красной звезды, медалями за боевые заслуги, за взятие Кенигсберга. После войны более 20 лет Хамитабулович работал председателем парткома в Тресте «Водострой». 16 лет в обкоме партии, не раз награжден за доблестный труд. Вырастил дочь и сына, есть внуки. Даже будучи на пенсии, Хамитабулович продолжал активно участвовать в общественной жизни республики, в патриотических мероприятиях, участвовал в параде Победы на Красной площади. Несмотря на то, что по состоянию здоровья находился в госпитале, 102-летний ветеран принял участие на выборах президента страны. Молодежь постоянно была в контакте, приходила проведать Хамитабуловича. Он давал напутствие молодым. На его примере будем учить наше младшее поколение патриотизму, к любви к родине, к стране, к республике. В этом году, 9 мая, 102-летний ветеран принимал мини-парад Победы, устроенный школьниками специально для него, во дворе своего дома. И будто чувствовал, что скоро уйдет, напутствовал детей. Коварень, враг, коварень, он всеми свои содержит насчет убийства. Этого допускать нельзя. Берегите себя. Каждый размеренный шаг ведет к жертвам. А вы будьте умнее, будьте хитрее. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашибуков, Вести, Карачаево, Черкесия. Минута молчания к всероссийской акции, которая традиционно проходит в стране в День памяти и скорби, присоединилась и наша республика. Центр военно-патриотического воспитания «Черкесска» отдал дань памяти и уважения участникам Великой Отечественной войны. Подробности у Али Баташева. В 12:15 все замирает. Снятые головные уборы, склоненные головы. Минута молчания объявлена по всей стране. 1418 дней Великой Отечественной войны унесли жизни 27 миллионов советских людей. Цель акции – напоминание миру о мужестве советского народа, а также предостережение от любых попыток возрождения нацизма и фашистской идеологии. Наша с вами задача – помнить об этом всегда. И как было в Реквиеме. Детям своих детей вы должны рассказать о том, что было, какой подвиг совершили наши предки, дав нам с вами возможность появиться на свет, учиться, радоваться. Мы действительно сохраняем память, мы продолжаем нести также вахту памяти. Сегодня ночью мы заступали на посты на Вечном огне. Мы продолжаем помнить и гордиться. После акции «Минута молчания» состоялось награждение юнармейцев. Самым достойным вручили нагрудный знак «Юнармейская доблесть». Али Баташев, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. Карачаево-Черкесия присоединилась к акции «Свеча памяти». В Карачаевске к могиле тех, кто упал в борьбе с фашистскими захватчиками, вышло большое количество людей. Их объединяет благодарная память о поколении победителей, спасших мир. Ахмат Халкечев продолжит. Мемориальная акция «Свеча памяти» проводится не первый год. В ночь с 21 на 22 июня, 4:00 утра, это время, с которого в 41-м пошел отчет печальной летописи Великой Отечественной войны, которая разделила историю нашей страны на «до» и «после». На Советский Союз обрушилась доселе невиданная в практике мировых войн мощь армии фашистских захватчиков. Непримиримая борьба нашего Отечества, длившаяся 1418 дней, увенчалась не только победой СССР над Германией, но и стала, по сути, освобождением всего человечества от коричневой чумы. История повторяется. Сейчас тоже идут боевые действия. Мы видим, мы тоже, Союз офицеров не стоит в стороне. Мы бываем, были в Лисичанске, были в Мариуполе. Мы все видим, и с Божьей помощью мы победим. Вечная память павшим. Здоровья живым! Мы никому не забудем, ничего не простим. Это день скорби, мы это помним. Это для нашего будущего поколения. Это память, это и поучение для подрастающего поколения.
Это память о мужестве и отваге наших солдат. Это предостережение для других стран, что Россия никогда ни перед кем не стояла на коленях, и сейчас будет победа за нами. Многие жители Карачаевска пришли на мемориал с детьми. Они уверены, что только святая память о тех, кто ценой своей жизни спас нашу родину и будущее поколений, поможет нам воспитать достойных граждан для нашей великой страны. Это величайший подвиг. Благодаря нашим отцам, прадедам, дедам мы сейчас живы, стоим на этой земле, ходим, радуемся. Пока на земле победителей будет жить благодарное за спасенный мир и свободу поколения, свеча памяти будет гореть еще не одно столетие. Ахмат Халкищев, Михаил Аракелян, Вести Карачаево, Черкесия, Карачаевск. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после мы продолжим. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза. Днем в отдельных районах сильный. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19. В горах местами плюс 8, плюс 13. Днем плюс 26, плюс 31. В горах местами плюс 17, плюс 22 градуса. В северных и южных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесске ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза, ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 28, плюс 30 градусов. Они стоят на страже здоровья нации. По случаю своего профессионального праздника лучшие медики региона были отмечены грамотами и благодарственными письмами партийного руководства «Единой России» и Президиума парламента Карачаево-Черкесии. Благодарственные слова в свой адрес услышали служители «Панацеи», которые внесли большой вклад в оказание медицинской помощи населению республики. Выраженное единороссами почтение является знаком профессионального призвания и высокого признания достижений среди коллег и общества, символом благодарности и уважения к ежедневному труду и профессионализму. За наградами стоит множество спасенных жизней, в том числе детских. Благодарственное письмо от руководителя партии Дмитрия Медведева было адресовано главному врачу лечебно-реабилитационного центра БРСПИ Темрезову. Горжусь партией. Горжусь тем, что она делает. Очень много делает для республики, для города. Один пример такой вот. В 2012 год головная боль была. Как доехать до работы? По Октябрьской поехать или по Демиденко? Ну, невозможно было. Вот такие вот ямы. Особенно, если дождь пройдет. Погружался полностью, полмашины погружалось. И, наконец, вот «Единая Россия» приняла решение улицу Демиденко асфальт положить до самой медсанчасти. Это была первая победа наша. Я очень рада, что так высоко оценили мой скромный труд. И если бы меня спросили, если жизнь начать заново, какую бы вы профессию выбрали, я выбрала ту же самую, потому что я свою жизнь без медицины вообще не представляю. Потому что если не любить ее, свою профессию, людей, тогда из тебя хорошего врача и не получится. В Карачаево-Черкесии продлят программу по закладке мини-садов интенсивного типа в личных подсобных хозяйствах до 2026 года. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в ежегодном послании Народному собранию. За время действия программы по закладке мини-садов интенсивного типа в личных подсобных хозяйствах создано 458 кооперативов. За последние годы в республике практически в три раза увеличилось производство фруктов. В связи с тем, что срок реализации региональной программы по закладке мини-садов интенсивного типа в личных подсобных хозяйствах истекает в текущем году, руководитель региона считает необходимым продлить ее реализацию, так как программа одна из самых востребованных на селе. Поэтому и было дано поручение Министерству сельского хозяйства скоординировать работу между кооперативами и крупными садоводческими предприятиями в части транспортировки и хранения фруктов с целью их сбыта. Сегодня Духов-день. Это торжество, посвященное прославлению Святого Духа, является переходящим церковным праздником в христианской традиции.
Он отмечается на 51-й день после Пасхи, следующий за праздником Святой Троицы. Сегодня в Свято-Троицком храме Нижнего Архиза архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт совершил божественную литургию. В торжественном богослужении, которое предварил крестный ход, принимали участие люди, приехавшие из разных уголков Карачаево-Черкесии и соседних регионов. Сегодня православные верующие помолились о людях, погибших и пострадавших при нападении в Дагестане. Сегодня здесь мы собираемся, в нашей любимой республике, чтобы помолиться о всех народах, живущих здесь, в этом уделе Божьем. О тех людях, которые совершают здесь свой жизненный подвиг, помолиться о тех, кто здесь сохраняет свою веру, помолиться о земле, которая до сих пор плодоносит, принося удивительные дары Святаго Духа. Любовь, веру, надежду. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «За семью печатями». Всего доброго. До встречи.